Привет, ребята! Сегодня мы пришли в такое необычное кафе, где мы заплатили за вход. А здесь еда недорогая, но очень-очень вкусная. Посмотрите, что мы заказали. Вот такие вот креветочки. Это салат с морепродуктами. Надя с подружкой. Это супчик с... Посмотрите, какие морепродукты. Видно вам так? Вот. Также, вот я сейчас покажу, вот такие вот очень прикольные креветочки. Обалденные. И сейчас, когда придет наша, еще мы заказали пиццу, там еще что-то, тоже я вам покажу. Оставайтесь со мной, я вас буду держать в курсе событий. Будет интересно. Спасибо за внимание. Девочки, привет. Вот мы сейчас опять в этом кафе. И сейчас я вам покажу. Эту сумочку я купила, кожаная, красивая, бежевого цвета, ее можно носить как так, за ручку, так и за две ручки, вот так, таким образом. И сегодня мы думали, что сегодня Хэллоуин, и дети нарядили меня вот таким образом. Мы пришли в это кафе, и, кстати, хочу вам показать, такие кроссовочки я купила. Черные на платформочке, очень удобные. И вот такой у меня образ получается. Видно вам или нет? Вот так. В общем, и потом покажу, что мы там будет заказали. Опять в это кафе классное пришли. Очень классное. Все так незаметненько, аккуратненько сниму для вас. Интересный такой дизайн. Это перегородка такая. И там дальше бабчик. Возвращаюсь к вам. Вот такие вот классные миди. Получается у нас миди, креветочки. Вот авокадо, салат. Видите, какой. Вот, и сейчас я попробую с вами, покажу вам, как я это ем. Классно. Попробую. Миди. Мидию таким. Надя хотела у меня. Надя, и вот это надо. Ты креветочку хочешь? Давай. И вот такое авокадо. Креветочку хочешь? Нет. Чего? Вкусно, классно. Надя, а креветку хочешь? Ну, в общем, вот так, второй день подряд мы здесь, и нам очень нравится. Будем ходить. Обалденно вкусно, ну все. Вот такие миди. Интересные. В общем, в такой кастрюлечке. Классно? Классно.